Я уже давно занимаюсь, я потом привык. Но есть люди, которые сразу не чувствуют. Но опять же, это индивидуально. Это коммут называется, да? Да, их раз. Вот, они бывают в разном исполнении. То есть есть там более качественные, заводские. Но я пробовал там на других висеть. Вот, я вот привык к этим хомутам. Нет, вот первые хомуты я вообще с правилом заказал. Это не я делал. Но они довольно-таки удобные, в принципе. Достаточно, скажем, удобные. Потому что их тоже вот не в первый раз делали. Их уже там делали другие модели, там их улучшали. Ногам вообще не вредят. Ага. Ну, как бы не болит ничего тут. Мягко. Довольно-таки мягкие. В общем, мы сейчас, первая задача, расслабляем спину, не напрягаем, расслабляем, чтобы она провисла, чтобы разжать позвоночник максимально, чтобы все в свободном состоянии было. В свободном нет, никаких нагрузок сейчас пока не будет. Сейчас могут единственное руки болеть. Руки могут болеть, может быть, не проходит. Я это видела только в кино. Потому что вес. Вес и руки. И индивидуально, о чем я говорил, то есть говорите мне, когда достаточно будет, чтобы мы... А я даже должна оторваться от земли? Да, желательно. Если дискомфорт и боли нет... Нет, тяните, тяните. Тянем, там может чуть-чуть щелчок. Это просто натяжка происходит, малейший там люфт какой-то, раз он натянулся, все. Ничего не соскочит, здесь все надежно. Такое странное ощущение. Лучше расслабиться. Вот это тяжело раз, расслабиться. Достаточно, наверное, да? Пожалуйста. Для начала. Да, для начала. Попробуйте повернуться на один бок. Вот сюда? Да. Больше. И задержать. Хотя 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плавно возвращаемся на спину. Все. На другую сторону, да? На другой бок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Возвращаемся. Теперь дальше, вот когда пресс качаем, вот так локоть, колено тянем. Ага. Через верх. Также задерживаем. Локоть и колено у меня да, зафиксированы. Да, по диагонали. Можно, да? А, вот тут. Нет, мы стремимся, мы не тянем, мы стремимся. Просто напряжение создаем, да, и держим. Ага, держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достаточно. Теперь другую диагональ. Правое колено, левый локоть, то же самое. Можно до такого расслабиться, до состояния эйфории. Да. За какое время мы где-то 5 минут не прошли? Да. Ну вот, в чем эффективность? Скорость и достижение. Как состояние? И рук не чувствую, там что-то пульсирует у меня. Ну, руки, да, они затекают. Да. А все остальное не мое пока что. Сейчас встанем, посмотрим. Полноценная тренировка, вот люди тянутся, где-то отдыхают, 2-3 подхода. Вот таких делают. Потом переворачиваются на живот. По состоянию. Это не обязательно, чтобы какую-то задачу решить. Действительно, как во времена Святой Инквизиции. Да, то же самое говорим, когда достаточно. Поднимаемся, расслабляемся. Все, в принципе, те же упражнения. На скруточку. Достаточно, да? Да, я еще парю. На yes. Можно. Все, достаточно. Поворачиваемся на бок. Можно по чуть-чуть поменьше, если сил меньше, как бы уже, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, плавненько на место. На живот опять. На другой бок. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся. Я когда видео смотрела, думала, что это невозможно.